Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Анонс очередного клипа рок-группы Волощука СД на песню «Кто-то кем-то стал» мы ведем с Пушкинской площади, со Страстного бульвара и прямо с лестницы, которая ведет к дверям Московского международного кинофестиваля, который будет летом. Здесь, конечно, нет красной дорожки, и фестиваль будет позже, но... Зато здесь во время фестиваля поднимаются самые настоящие мировые звезды кино, эстрады и рок-музыки. Сюда поднимаются люди, которые сделали себя в этой жизни. Поэтому песня так и называется «Кто-то кем-то стал». Песня прозвучит в четверг, прямо перед Новым годом. Не пропустите!